Всем привет, ребятки, у нас сегодня будет очень необычная игрушечка под названием Good Morning Simulator. Давайте посмотрим, что это у нас за игра. Она довольно-таки старенькая, но, в принципе, почему бы нам в нее не поиграть. Так, у нас 7 утра, и мы сейчас должны вставать. Это, короче, симулятор «Доброе утро», и те вещи, которые мы делаем каждый день. Готовим себе завтрак, умываемся, а также... Так, окей. Собираемся на работу, в школу, кто куда в основном. Мы проснулись. Хорошо. Тут что у нас? Remember, да? Окей. Это у нас как бы такие... Обучалки, что к чему. Так, бегать мы не можем. А зачем нам бегать с утра? Такой смайлик прикольный. Значит, у нас тут винишко. О, круто, мы моргаем. Вот это я понимаю. Так, у нас тут рубашки, все. Ну, в принципе, мы идем. Давай, открывай дверку. Выходим. Это наша квартира, и мы что? Отправляемся, конечно же, первым делом умываться. Что мы будем сейчас делать? Ту-ту-ту. Так, ну, помоем руки. Чётенько помыли. Так, одели рубашку, в принципе, мы, может, опаздываем на работу, я не знаю. Так, полотенце. Так, он воспользовался полотенцем. Ну, почему бы, может, ты хочешь на туалет? Офигенно, он воспользовался туалетной бумагой. Мы вот так стоя все сделали. Так, окей. Погнали, посмотрим, что у нас там дальше. Так, тут что? Полки мы открывать не можем. Так, погнали сюда. Надо ли заправить нам стирку? Я не знаю, вот кто с утра заправляет стирку. Ну, возможно, кто-то это и делает. Но я, например, встаю, умываюсь и иду завтракать кофе. Иду пить кофе, бутерброды кушать и все остальное. В принципе, так, тебе надо завтрак приготовить, да? Окей, хорошо. Окей. Может, ты хочешь коктейль? Я не знаю, вот наш главный герой. Кофеек. Погоди, может, нам надо кружку взять? Вот там кружка стоит. Довольно-таки такая прям, как для кофе. Бери. Так, я не знаю, ну вот, о, отличненько, тут тоже у нас корм, кстати, такая помойка интересная у него тоже. Погоди, а что нам еще надо сделать? Сейчас сообразим. Так, погоди, кружку, о, вот, кружечка, симулятор «Доброе утро». Так, завариваем мы себе кофеечек на работу. Так, отлично, бери. Я не знаю, где ты завтракаешь? Твою мать. Мы кружку опрокинули, но кофе не пролилось. Офигеть. Так, давай, ставь. Молодец. Что еще тебе нужно? А, попкорн, ну, я не знаю, хлопья. Ты, наверное, хлопьями завтракаешь, да? Да, он завтракает хлопьями. Так, давай-ка поставь сюда хлопья. Я не знаю, вот кто какие хлопья любит. Я, например, Капитан Кранч, мне нравятся хлопья. И Несквик, что-то такое. Флинстоуны тоже, хлопья прикольные. Так, значит, тостер. Погоди, у нас тут есть холодильник. Холодильник открыл. О, отлично. Да, у нас тут молоко. Все прям как специально для прям подготовка к хлопьям. Давай, ставь. Молодец. Довольно-таки у игры приятные тона. Кстати-ка, давай-ка посмотрим, что у нас за окном вообще в целом. Довольно-таки там улица, и довольно-таки разрабы постарались над этим тоже. У нас такой спокойный домик, и мы, в принципе, вот. Так, это что?
А, ключи, хорошо. Хорошо. Так, давай-ка возьмем вот плойка. Вот я вижу. То есть наша тарелка. Давай-ка. Доставь нормально, пожалуйста. Доставь нормально. Так, ну все, я поставил миску. Значит, что? Первым делом мы насыпаем хлопья. Давай. Отлично. Так, все. Это нам не понадобится. Окей. И что? Заливаем все это молочком. Отлично. Погоди, вот так поставь. Это тоже возьми. И вот так. Все, в принципе, поехали это выпиваем. Я не знаю, вот как ты пьешь. Главный герой. О, хлопья, смотри, когда я... Вау, они светятся, хлопья светятся, смотри. Когда я вот к ним вот навожу на них курсор, они начинают светиться. О, великие хлопья. Ну, в принципе, можно сказать, мы позавтракали. Позавтракал, да, все. Ну, все, молодец. Все, позавтракал. Отлично. Все, и в принципе мы можем отправляться, я не знаю, вот. Правда, как жрать? Ребята. Погоди, может вот так попробовать? Не, непонятно. Он как бы берет. Погоди, может вот так надо? Ну, в принципе, можно считать, как будто мы и позавтракали. В принципе, погнали на выход. Так. Значит, берем ключик. И выходим. Так. Good morning. Доброе утро. Кто хочет поиграть, ребята, симулятор «Доброе утро». Мы, в принципе, вот, вышли, как его сказать, на работу, позавтракали. Ну, в принципе, это обычный симулятор такой повседневной жизни, то, что мы делаем каждый день. Довольно-таки, может, он будет кому-то интересен, может, кому-то и нет. Но меня он заинтересовал, и мне он, в принципе, понравился. Так что, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал, для этих видео, ставьте большие пальцы вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока.